дорогие мои, каждому по приветику из Петербурга. Мы с вами находимся на станции метро Горьковская. Максим Горький изображен. Станция маленькая. Дизайн, посмотрим. Стен. Ой, здесь еще и какой-то ремонт идет. Стены, вот как покажу вам. Как оформлены. Маленькая очень станция. Давайте посмотрим. Достойная информация. Горьковская. Вот Горьковская. Схема метрополитена. А на карте города мы посмотрим. Вы находитесь здесь. В общем-то, мы уже в центре с вами, друзья. Смотрите, вот Петроградская. Там уже все красиво, все старинные здания, много чего интересного. Мы отдельно поедем. Дальше Горьковская. Следующий уже Невский проспект. Вот для Горьковской посмотрите, сколько всего. Здесь есть и Петропавловская крепость, и зоопарк, и набережная. Короче, мы пойдем с вами, пойдем, посмотрим район вокруг. В общем-то, это уже центр. Вот она, Петроградская набережная. Видите на карте? И вот крейсер «Аврора». Поэтому очень интересное место для туристов. Если вы приехали... Если вы приехали как турист, то здесь... Много чего можно посмотреть. О, кстати, смотрите, у нас проходит фестиваль ледовых скульптур. Прикольно. Метро Горьковская, Петропавловская крепость 21 декабря по 9 февраля. Ну да, как-то я видела рекламку и забыла. Слушайте, интересно, как можно такой зимой фестиваль. А проходит он в Петропавловской крепости. Ну вообще, друзья мои, так, метро Горьковская. Посмотрим район вокруг. Выходим в город. Какой интересный потолок, купол. Выходим в город, друзья мои. Метро Горьковская. Опа, видите, такие штучки прикольные, которые сами открываются. Спасибо. Ну, выходит, уж как мало людей. Я не знаю, 3 часа дня. Поэтому. 3 часа дня, поэтому так мало людей. Смотрите, мои дорогончики, вот вы вышли из метро Горьковская. Вот мы вышли с вами, да? Я просто вот ступенечки, а я пошла на балкончик. Смотрите. Вот мы вышли, вот как девушка, как парень идет. Смотрите, прямо у нас, если мы пройдем, там можно пешеходный переход, перейти на ту сторону и подойти к соборной мечети. Обязательно мы с вами подойдем. Красотища, особенно в солнечные дни. Если мы пройдем через этот парк, друзья мои, мы попадем с вами. Там кафешечка есть, мы гуляли уже. Еще раз пойдем, пусть погодка наладится, солнышко появится, и будем гулять и гулять. Дальше, если пройдешь через этот парк, попадете в Петропавловскую крепость. Дорогие мои, через дорогу там Петропавловская крепость. Если вы пойдете правее, дальше. Нет, тут близко будет Петербург в миниатюре, небольшие такие, небольшая выставка. А дальше по карте, если вы посмотрите, там зоопарк. Возвращаемся так, возвращаемся на исходные позиции. Если вы перейдете дорогу, вот пройдете мимо соборной мечети, мимо того парка, вы попадете на Петровскую набережную, как раз где стоит фрегат, где можно погулять по набережной. Через дорогу там есть Петровский домик, с чего все начиналось, друзья мои, тоже интересно. Мы с вами ходили, еще пойдем. Если дальше вы пойдете левее по набережной, вы дойдете до крейсера «Авроры». То есть вот Горьковская, в принципе, если вы без машины, если вы хотите погулять в хорошую погоду, есть на что посмотреть, есть где погулять. И вот впереди у нас Максим Горький памятник стоит. Ну, заодно я вам показываю. Мы изучаем же метро и район вокруг. Посмотрите, какие стоят уже здания. Более старые постройки. Вот это красивое.
старые постройки. Вот эти дома впереди, это же тоже квартирные дома. Здесь все, конечно, дорого. И смотрите, потолки там высокие, окна высокие, большие. Круто вообще. Горьковская уже прикольно. Хорошо, что у нас сегодня нет дождика. Здесь выход, и тут же рядом вход. Что прикольно, что сама станция, если посмотреть на нее сверху, похожа на НЛО. Я когда первый раз вот так и вышла, вот парк, пошла гулять. И такая со стороны смотрю, она еще так, подсветка такая вечером идет. И она похожа на НЛО. Серьезно вам говорю. Девчонка смеется. Скоро будет, мои дорогие, хорошая погода, солнечно. Скоро-скоро будет тепло. Я так надеюсь, несмотря что еще конец января и впереди у нас зима. Ничего, будем гулять, изучать районы. Конечно, я вам покажу все районы Петербурга. Вот она, посмотрите, издалека. Видите? Как летучий корабль. Тарелка инопланетян. А вечером еще подсветочка идет конкретно. Так видно. Вот дома вокруг, район вокруг покажу вам. Видите, даже продажа идет, пожалуйста, кто готов купить квартиру в этом районе. Номер вот 777-1220. Раз, продажа. Скидки. Скидки, скидки. Вот так, дорогие мои. Район метро Горьковская. Все, подписывайтесь, ставьте лайкусики. Продолжать будем изучать Петербург. Конечно, ветер здесь. Ветер, 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 вам не слышно. Всем желаю хороших денечков, обнимашки, целовашки. Задавайте ваши вопросики. Будем говорить о серьезных моментиках в Петербурге. Там есть уже несколько видосиков о работе. Посмотрите их, кому интересно. Вообще о работе запишу полноценные видео скоро. Надо как-то с мыслями собраться, потому что столько информации. Или разделите по частям. Ну все, мои дорогонечки, все. Обнимашки, целовашки. До новых встречек. Пока.